Певец Григорий Лепс оказался владельцем нескольких объектов недвижимости, общая стоимость которых превышает 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач». В собственности исполнителя хита «Я поднимаю руки» есть две квартиры в центре Москвы. Одна из них расположена в элитном ЖК на Савинской набережной, ее площадь составляет почти 300 квадратных метров. По данным канала, стоимость этой квартиры составляет более 386 миллионов рублей. Кроме того, в этом же комплексе у Лепса есть машиноместо площадью 14,5 квадратных метров. Его стоимость оценивается в 18 миллионов рублей. Также 62-летний артист оказался обладателем 130-метровой квартиры в Басманном районе столицы стоимостью 58 миллионов рублей. Кроме того, у Лепса в Красногорском районе Подмосковья есть два участка земли, 35 соток и 4,5 сотки, а также коттедж площадью 1555 квадратных метров и дом в 2450 квадратных метра для гостей и персонала. Отмечается, что стоимость жилья в престижном Красногорском районе начинается от 1 миллиарда рублей. Ранее 18-летняя невеста Григория Лепса рассказала о своих планах на будущее, не упомянув свадьбу с 62-летним артистом.